9-летняя Настя – ребенок с особенностями здоровья. О своей мечте на елку желаний она писала вместе с папой. С ним же пришла забрать подарок. Желание маленькой девочки с большим сердцем исполнил депутат Государственного собрания Мордовии Максим Автаев. Вот такой тебе сладкий тигреночек. Держи. Что надо сказать? Вот, ну и... Это, ну да. Тяжелый твой подарок. Мы, если позволишь, папа тогда донесет, да? Хорошо? Вот исполняем твое желание. Акция «Елка желаний» проходит ежегодно, начиная с 2018-го. За 3 года по всей стране подарки получили 1000 детей. Сегодня мы поздравили Настеньку. Вот она обратилась к Деду Морозу со своим пожеланием, с подарком, чтобы был у нее определенный подарок. Мы сегодня это исполнили, и в прошлом году эта акция тоже она у нас была. Я уверен в том, что это будет не последний год, и будем постоянно принимать в этих акциях участие. Новый год – это время чудес, и детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, просто необходимо в них верить. С этой верой они каждый день преодолевают трудности, а помогают им в этом, конечно, родители. Принять участие в «Елке желаний» семья Мазовых решила случайно, просто увидев информацию в социальной сети. Решили попытать счастье, и чудо произошло. Вот буквально несколько дней назад нам позвонили вот с приемной Максима Петровича и сказали, что вот они взяли на исполнение наши желания, пригласили сегодня в офис для вручения этого подарка. Был очень сильно удивлен и обрадован, конечно, когда нам позвонили, сказали, что желание будет исполнено. Мне кажется, для любого ребенка, для его родителей это и радостно, и очень необходимо. На этом чудеса не заканчиваются. Впереди новые подарки и новые желания. Главное – просто верить в чудо, и оно обязательно случится. Анастасия Цылигина, Сергей Соколов. Народные новости.